Всем привет! Будем добивать этот корпус от телефона Rhythmix RT300. Я с него ошметки вытащил, выбросил. Оставил даже трубку, будем еще и трубку бить. Поэтому начинаем. Берем этот молоточек и... Корпус вообще прочный. Что-то открутилось. Видите, как я мощно его раздербанил. А трубка-то вообще крепкая оказалась. Вау! Открылась даже без разборки. Даже динамик отвалился. Может и динамик раздербаним. Сейчас сниму это. Поролонку. И начинаем! А вообще не ломается, только поцарапало. Да, ну и поломал все. Дальше уже дальше бить нет смысла. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пока!